неординарный, экстравагантный. Хотя он и выглядел клоуном, его действия часто были смертоносны. Звезда революции, полковник Муаммар Каддафи, для западного мира весьма противоречивая фигура. Он страстно религиозен и поддерживает терроризм. Опубликовал собственную философию в трехтомной зеленой книге. Он пишет, что парламенты искажают волю народа, что партии – это современная диктатура. Сам Каддафи называл эту книгу «Евангелием нового века». You might think guru. Народ относится к нему как к гуру. Он тише, чем его окружение. Особенно, когда вокруг народные комитеты, элита, комиссары, следящие за чистотой революции. Он подчеркивал свое бедуинское происхождение, ночуя в шатрах, охраняемых телохранительницами. Говорит, что прячутся там от испорченности городов. Мех, кожа, шелк и золото. Комедийные военные кители или бедуинские одежды. Каддафи говорил, что хочет объединить арабский мир. Патологически ненавидел Запад. В советские времена Каддафи был одним из главных международных партнеров СССР. Союз поставлял в страну военную технику. Каддафи иногда называют самым опасным человеком в мире. Каддафи поддерживал организацию освобождения Палестины, Ирландскую республиканскую армию и боевиков колумбийской ФАРК. В 1986-м США обвинили Ливию во взрыве в берлинском клубе, где погибли двое американских солдат. Президент Рейган ответил бомбежкой Триполи, нацеленной на дом Каддафи. Погибли более 100 человек, в том числе и дочь Каддафи. В небе над Локерби в Шотландии перед Рождеством 88-го взорвался рейс 103 компании Pan American. Погибли 270 человек. Расследование привело к Ливии. Вас называют террористом, мясником, гангстером, сумасшедшим. Это сионистская пропаганда. В Ливии почти нет безработицы. Каждый ливиец имеет право на жилье. Там формально полковник строил в Ливии социализм, почти по кубинской модели. А весь крупный ливийский бизнес Муаммар Каддафи отдавал своим сыновьям. Противников зачищали или убивали. 1200 заключенных были расстреляны в 96-м. Так и не признав вины, Ливия выплатила компенсации, чтобы избавиться от многолетних санкций. В 2003-м, после пленения Саддама Хусейна, Каддафи сделал еще один жест в сторону Запада. Он удивил мир, согласившись уничтожить химическое, ядерное и биологическое оружие. О прежних проблемах на Западе как-то подзабыли и быстро вспомнили о стране, обладающей половиной африканских запасов нефти. Обама, который бомбардирует Ливию, поступает правильно. Каддафи поступает неправильно, что убивает свой народ.